Привет! Сегодня у нас на обзоре игра, от которой вы будете гореть, страдать и плакать. Getting Over It – это история о том, как вам предстоит преодолеть все свои нервные срывы, начинать сначала и попытаться не удалить игру. И это в игре, где есть всего один уровень. Вы на канале Alpha Android Games, и мы начинаем. Однажды в интервью Беннет Фоди, который является автором этой игры, сказал, что современные игры стали слишком дружелюбны к игрокам и больше не бросают им вызов. Поэтому ему хотелось создать игру, где игрок может потерять весь свой игровой процесс, упав на самое начало. И спустя какое-то время у него получилось, и вышла Getting Over It. Если вы не знаете, что это за игра, то скорее всего никогда не испытывали отчаяния. Суть игры максимально простая. Вы будете играть за Диогена. Это такой мужик, что сидит в котле и должен перемещаться, используя руки и кувалду. Задача у вас всего одна – забраться на самую верхнюю точку горы из мусора и различных объектов. На первый взгляд довольно просто, правда? Цепляетесь кувалдой за утесы и карабкаетесь вверх. Иногда падаете, но продолжаете делать это дальше. Однако, пройдя небольшую часть игры, все резко меняется. И простое поднятие на гору превращается в настоящую акробатику, где вы должны прыгать, отталкиваясь кувалдой, хвататься за разные объекты и пытаться не улететь вниз. В какой-то момент вы взберетесь достаточно высоко, а в случае падения сможете потерять практически весь свой прогресс. Никаких сохранений, никаких контрольных точек, только вы и огромная гора, на которую нужно забраться. Геймплей игры однообразный и полностью зависит от ваших навыков и нервов. Но и стоит также заметить, что вы сможете настроить начальное ускорение, а также чувствительность своей кувалды, чтобы лучше управлять персонажем. Во всем остальном же игра вполне обычная, кроме постоянного чувства отчаяния. Вы даже не представляете, как много стримеров сгорели, играя в нее, так и не пройдя игру до конца. Но возможно именно у вас это получится, и вы поставите собственный рекорд по времени на ее прохождение. Пишите свои рекорды, если уже смогли ее пройти. С вами был канал Alpha Android Games, до встречи в следующем выпуске.